Привет, друзья, с вами Ежов с прической горшочек, она у меня тут немножко зарастает. Сорян, у меня не получилось вчера записать влог, потому что очень много было работы. Все равно у нас хороший темп, один влог, 2-3 дня вполне себе нормально. Смотрите, я прочитал, что 18 числа должны включить отопление, а у нас его уже врубили. Хотя его зачем трогаю, здесь она не включена, но при этом жарко. У нас просто дом с энергоэффективностью А+, и когда соседи сверху, там, снизу врубают свои батареи, становится очень жарко. Ну вот, видите, да, у меня окошко открыто. Что у нас вообще сейчас по плану? Мы собираемся с Катюшей в гости к маман. Сегодня четверг, завтра я там буду работать. И, соответственно, Катя с мамкой потусует, меня потому что... Меня снимать нельзя. Почему? Потому что... Ну, сейчас минуту. А, окей. Катя снимать нельзя, но попозже. Вот столько у нас мусора тут накопилось. Такое ощущение, что мы его вообще не выносим. Но у нас его, правда, генерируется очень много. Так, и здесь надо вырубить свет. Хоп, готово. Ну и собрали тут рюкзачок уже. Все, в принципе, можно уезжать. Гашу я свой компьютер. И все, можно сваливать. Расскажу историю. В общем, вот эта вот машина, которая здесь стоит, блин, ничего не видно. Я хочу, чтобы было видно. Я даже фонариком посвечу. О, в общем, вот это дерево, вот здесь, и вот эта машина. Только что эта машина врезалась в это дерево задом, когда хотела припарковаться. Да, видно, вот. Ну, я думаю, у меня будет такой же опыт. Ту-ту-ту, конечно, не хочется, но кто меня знает. Это просто я за рулем в первый день. Ну да, сильно. Мы приехали в гости, сейчас будем продолжать смотреть на гитянов. Заказали ролки, мама просила ее сегодня не записывать. Ну и взяли еще вкусняшек. А я уже раскладываюсь. Ладно, знаете, как вот это вкусно? О, мама Джан, прям офигительно. Именно с бананом. Ну, йогуртик взяли. Вот эту вкуснотею я очень люблю. Ты быстро убрала? Мастельник, 4 пачки взяли. Ничего себе. Ну. Уже начнем сейчас. Ну. Тархунчик, черноголовка и буратино. Я 2 штучки еще взял. Только не клади обратно. Я просто записываю. Распаковочка, понимаешь? Правильно, у меня там штучки. А и Катя себе вот такое чудо взяла земляничное. А ты сад взяла ведь с лососем, да, который? Что? Сет? А, ну там да, да. Там есть разные, Филадельфия, Калифорния, там все. Ну еще замечу, здесь-то холодновато. Отопление еще не дали, поэтому немножечко помёрзнем. Будете сегодня спать там? Вы ну да. Потому ну что потому что я компьютер тут. Да, у меня же завтра... Зарплата, зарплата. На ролке кушать, где мы будем, говорит, тут. Нет, есть-то, да, здесь будем. А потом я проснусь и приду сюда, к тебе на созвон. Чё ты? Именно с вами угораю. Я не говорю, что они плохие, они классные, они здоровские. Просто смешно. Ну да, цвет у них, конечно. Я говорю, если он в клуб в них пойдет, то у него будет только ноги светиться. Привезли наш заказ. Давайте покажу, что это за сет такой с лососем. Вот тут 4 вида роллов. Ну и наши наборы, которые включают в себя... Имбирь, соевый соус и васаби должен быть. Я уже вытащила вон васаби. Ага. Ок. Все, приятного аппетита. Ну, я почти. Я сегодня не поняла, почему... Чего? Всего 2 соевых соуса. А, нет, все, 3. Нормально. Ну все, у меня наступили выходные с семейством. Снова выбрались в торговый центр. Сейчас, может быть, получится купить Кате куртку. Ну, посмотрим. Потому что в прошлый раз попытка была неудачной. Но она не зимняя. Ну не, это смешно. Оно прям совсем тонюсенькое. Это как у меня сейчас коричневое. Ну да. И, конечно, хотелось бы, чтобы и горло было как-то закрыто, наверное, да? Ну да, тут. Но оно осеннее. Здравствуйте. А это что? Ну такое, вот это потолще. Да, но мне кажется, толще. Все равно не хватит его на зиму, да? Дело в том, что мне не нравится сам мех, он какой-то такой длинный, выглядит странно. А мы хотели еще в Королеву зайти. Да. Ну не, пойдемте дальше. Что-то мне вот это напоминает кир-
культуру, не знаю. Да. Все сюда, братья. Еще мне нужно, знаешь, не знаю, какие-то сапоги вот такие высокие, такого ядреного цвета фуксии на шпильках. И зеленые очки вот такие. И причесон, и причесон соответствующий. А, ну вот что-то. Ну, мне кажется, это искусственное что-то. Не, конечно, искусственное. Ну, более толстое. Хотя... Да, вот это потолще. Ой, ой, помогите, ой, извините. А сколько это стоит? Не удовольствие. Знаю. Просто вот ради интереса. О, ничего себе. 18 косарей. Конечно, конечно. 100% полиэстер. Да, оно греть не будет, полиэстер. Греть не будет, еще и на морозе хрустеть. Это как шапку я купил, 100% полиэстер. Вообще, ну, типа, не греет. Она электролизуется. Да. Такую на Алиэкспрессе за 2000 можно найти из полиэстера. Ну, это тоже на осень, да. Такие приятные. Ну, да, конечно, они тонюсенькие. Да, но вот эти на ощупь прям очень клевые. Они на ощупь приятные, да, но они тоненькие. И вот эти на ощупь тоже приятные. Да. Мягкие. Да. А классно. Состав тоже, да, полиэстер? Откуда я знаю? Сейчас посмотрим, если будет что-то написано. Нет, тут ничего не написано. Ну, стоимость такая же примерно. Вот это 15 косарей. А, вот, 35% шерсть, 40% акрил, 25% полиэстер. Это хоть что-то похоже на правду. Тут хотя бы ну, не полностью синтетика. Да. Ну, пойдемте еще смотреть. Мамку он еще нашла. Все, слышишь, материалы такие, ну, не сильно противные. Вот это колючий, правда, ты взяла. Ну да, но все равно, почти все они такие мягенькие. Вот шубы. Ну вот, я думаю... Ну вот эти более тонкие будут. Я даже не знаю, это вот какой-то зимний вариант или это осенний вариант. Все, Катюха пошла да в я платье. Просто я просто посмотри. Этого, нет, не видела этого магазина. Да, мы его в прошлый раз мама как раз и увидели, когда сорвалась у нас смотри, история. Это шарфик. Да. Угу. Тонюсенькие. И ты, кстати, длинные не хотела. Ты как раз... Ну, давай хоть что-нибудь померишь, так хоть на тебя посмотрим. Это не для зимы. Не, ну, если я буду в машине ездить, окей. Но если я пойду куда-нибудь в этом, без машины... Ну, да. А, ну, это так понятно. Какую-то куртку все равно по-любому пуховик какой-то купить. Не обязательно такой гусеничный. Вот это вообще отличный, как у меня. Ну, супер, вот оно, супер пухан отливает. Я лучше буду барашком и буду мерзнуть, чем я пуховик буду носить. Я правда пробовала. Я старалась. Я постаралась себя убедить. Короче, себе... не чувствуешь себя вот такой, в нем вот сексуальным, пуховик, да? Покажи. Вот такой пуховик, гусеница. Он очень длинный. Он типа должен был быть теплый, хотя на самом деле так себе. Ну ладно. Он очень толстый. Вот. И я себя чувствую отвратительно. Мне стыдно в нем идти пятерочку после дома. Не то, что в город куда-то ехать. Ну, понятно. Не, ну тогда, конечно, не нужно покупать. Залетели в Стокман, нашли куртку, вот как у меня, только женская и вот персикового цвета. Ты прям сливаешься с ним. Цветом, я имею в виду. Или тебе нравится? Ну, вот она, смотри, какая. Она не смотрится объемной. Ну это да, не, она не объемная. Она как моя, только это женская. Вот бы тебя такой же, как у меня, найти. Вот, смотри. Как думаете, сколько этот пухан стоит? Вы вообще офигеете. О май гуш. 105 косарей. Прикинь? 105 тысяч. Что с ней особенного? Ну тут, наверное, ткани какие-нибудь овечка, хорошие. Овечка, видишь, нарисована. Овечий пух. Ну, оно на самом деле очень теплое. Очень. А, ну тут написано, что вырывает, оно. Меня до -20. Никаких бактерий. Антимикробная технология. Ну, наверное, в ней не заводятся просто. 105 тысяч, то есть меня микробы все сожрут. Это правда. Не, это очень дорого. За эти деньги шубу можно купить. И она не такая уж красивая. Вообще не красивая. И светлая, не красивая. А это 37 косарей. Да, ты ее замучаешься чистить, у тебя все рукава вот здесь, вот так вот будут пачкаться. Смотри. Нравится? Надо тебе еще барашка найти такого же цвета, будет прям огонь. Ну прям для зимы, вообще классно. Не, ну и вряд ли для зимы. Ну почему? Если она капюшон еще оденет. А, ну если капюшон, да. Я думаю, вот так вот типа ходить прям зимой. И капюшон, и все. Ну а сначала куртку, а потом, если что, примите. Сколько стоит это сие удовольствие? А то она сейчас... 2000. А, а состав какой? Главное, чтобы не полиэстер. А вон розовенькая есть еще, Катюнь. А я тоже посмотрю. А вот все, что нужно знать о ценах в БОСС.
100% полиэстер. Вот. В ней 100% будет холодно. 65 тысяч. Ну, выглядит она неплохо. Она выглядит хорошо, очень даже неплохо, но полиэстер будет холодно. Это дешево. Ну, с точки зрения производства. И холодно. А ценник высокий. Ма, ну, может, ты не замерзнешь, но дизайн такой себе, если честно. Или ты хотел бы такой? Мы сочетаем? Нет. Почему везде полиэстер за 60, за 70 тысяч? Что за такая фигня? Если вещь стоит больше 20 тысяч, там уже не может быть полиэстер. Вот такая новая реальность. Катька нашла платье под тот пухан. Буду вообще девочкой эмо. Ну, эмо не халет. И носки можно найти еще такие, и шапку. В общем, сегодня тоже у нас безуспешная попытка что-либо выбрать на зиму. Короче, к концу октября будет завалить здесь всего, я так понимаю, да? Должно. То есть будет зимний вариант. Зимний ассортимент. Пойдет. А я пошлю. Ну, может, вы уже видите на фоне логотипчик. Как обычно, фарш пришли. Сейчас будем есть чизбургеры, попьем кока-колки, ну и поедем домой. Потому а я ей кока-колку. Ты сок я тебе взял. Ананасный. Все как обычно. Ничего не меняется. Я вас обманул, что я взял картошку. Я наггетсы взял, попробовать 9 штук. Сейчас еще напитки возьму. Взяли 2 соуса, один дурблю, второй сырный. Катя говорит, что очень вкусно. Я сейчас тоже заценю. Наггетсы пушка. Пушка прям? В следующий раз бы взяла еще? Да. Ну, будем знать. Точнее... Да ладно, макай внутрь, пофигу, что там две капелюськи. Я тоже хочу заценить. Очень мягкие, очень вкусные. И очень прям во рту тают. Огонь? Огонь. Давайте засунем. Я сырный буду. Я, кстати, дорблю для тебя брал. Они другие. Они прям нежные. Да, нежные. Снова потерял девчонок Леонардо. Я не знаю, где мама. Где-нибудь залипла в пряже. Она искала такие. Ну, я так и думал, что мама в пряже. Ма! Это что? Да. Он и Андрюх уже нашелся. И Андрюх нашелся. Там их очень много. Пойдемте, я покажу. Ма, где ты их нашел? Не, ну нормально. Нормально. Кстати, уже записываю, ма. Я просто мамку перебил и начал записывать видос. Обиделась, ма? Огорчилась. Огорчилась, да? Ну ладно, я по-быстренькому просто хотел сказать, что мы сегодня супер бюджетные ребята, ничего не потратили практически. Мамка набрала камешек себе для картины и на еду, и все. Но все равно неплохо. Зато теперь знаем, за куртками надо в середине к тебе приходить. Все, ма, извини, пожалуйста, ма. Продолжай. Продолжай. Мотор. Примерил тут мамкину шляпку. Ху! Синьки есть? И вот еще тоже мамкина. Говорят, я похож на лицо кавказской национальности в ней. Да? Похож? Ты без нее на нее похож. Тут не в шапке дело, Андрюш. Ничего подобного. У меня прыщ скачет. Ты меня заразила. От твоего прыща у меня все лицо теперь покрылось. Ну все, меня теперь заразите. Я на старость лет буду. С подростковым периодом. Помните, вам рассказывал про светодиодную ленту. В итоге купили блок питания 24 вольта, 150 ватт. Он-то с влагозащитой IP67. 3 косаря. Да, он стоил? Да, 3000. Вот. А ленту мы взяли 5 метров, вот такую. Ты бы видел, как мы это выбирали. Долго? Ну, во-первых, очень долго, во-вторых, там мужчины рядом стояли, и мама твоя спрашивала у них, и они сначала нам помогали, а потом в конце сказали такие, типа, все, все, девушки, нам это, самим нужно выбирать, и с вами мы, походу, надолго да. застрянем. Ну, короче, здесь 5 метров, она 700 люмен, достаточно яркая, угу. Мы ее в пазике вставим, ну, да? Вот. Те речки, которые уже есть, и все. Нашел ты место, знаешь, какой тут срач сейчас? Ну ладно. Все. Этот влог заканчиваю. Давай, кулачок.